Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня на повестке дня вот такая интересная схема со старого журнальчика. Но тем не менее, все старое это очень красивое на самом деле. Что у меня здесь? Да-да. У меня вот такой двухцветный узорчик. Красивый, простой, достаточно вяжется просто, а смотрится прям мне очень нравится. Что можно связать таким узором? Предлагаю написать в комментариях, у кого в голове какие идеи, мысли, что навевает. Он плотненький, он тепленький, то есть идей много может быть, достаточно интересный. Сегодня будем разбирать варианты вязания. Вязание, конечно, есть схема, но будем смотреть и вязать. Сегодня хочу показать вам очень интересный узор. Журнальчик старый, но мы с вами знаем, что все новое, это хорошо забытое старое. Узор вот такого плана. Он мелкий, я вам все объясню, покажу. Что меня заинтересовало? То, что это узор двухцветный. Это всегда интересно. В две ниточки будем вязать. Я хочу взять шоколадный цвет и бирюзовый. Бирюза и шоколад прекрасно сочетаются и всегда смотрится очень интересно. Что мы делаем? Итак, вот немножко поближе. Схема очень простая. Как будет смотреться, сама пока не знаю. Мне тоже очень интересно. Первый ряд я буду вязать шоколадным цветом. Это просто веерочки. Второй ряд, вот такие у нас идут перекрещенные столбики. Это будет бирюзовая ниточка. Что важно знать. 6 столбиков это раппорт узора. То есть, если мы набираем, вот в центре 6, 3 и 3. Вот здесь в узоре набрано 12 петель. Половинка с одной стороны, половинка с другой стороны и по центру. Давайте попробуем, посмотрим. Я набрала шоколадной ниточкой и провязала 2 ряда. Чтобы все было красиво и аккуратно. И теперь по узору. Узор начинается 1, 2, 3. 4 столбика с одним накидом в первую петлю. Это у нас половинка веера будет в самом начале, в самом конце. Вот 4 по схеме, смотрите, 4 столбика с одним накидом пропускаем, 1, 2, 3, и в четвертую петельку столбик без накида, 1, 2, в третью петлю веерочек. Пропускаем. Так, 1, 2, 3. В четвертую петлю мы вяжем столбик без накида. 1, 2. В третью мы вяжем столбик. Мы вяжем с вами веер. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Так, так, так. 1, 2, 3. Одна воздушная петля и еще 3 столбика. Еще 3 столбика. Вот это основной узор у нас мы довязали. В четвертую получается. 1, 2, 3. В третью петельку все время, в третью. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Давайте посмотрим, в третью или в четвертую. 1, 2, в третью. 1, 2, в третью. 1, 2, в третью. Каждый раз в третью петельку или в третий столбик мы вяжем 1, 2, 3. Веерок, либо столбик без накида. Вот такое вязание первого ряда, да, у нас будет. Вот такой ряд у меня получился. Самый первый красивый, интересный ряд. То есть, еще разочек, да? В основание вяжем. Еще разочек хочу повторить. Может быть, где-то я ошиблась, но... Связали веерочек. 2 петли или 2 столбика пропустили. В третий вяжем столбик. В третий столбик без накида. Опять 2 петельки пропустили, вяжем веерочек. 2 петельки пропустили, столбик без накида. 2 петельки пропустили, веерочек.
Это наш первый ряд. Так как у нас узор идет двухсторонний и вязание туда-обратно не в круговую, то второй ряд бирюзовой ниточкой мы начинаем вязание тоже с этого момента, вот с начала вязания. То есть здесь у нас ниточка в конце оставлена, вот она, мы ее не трогаем, в обратную сторону будем вязать. Второй ряд начинаем опять с того же места, с которого мы и вязали. Находим нашу первую петельку первого столбика. Вязание таким образом. Одна воздушная петля у нас идет. Смотрите, вот столбик без накида. Вот петля, потом столбик без накида и вот петля. Вот. Ну или столбик, 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 три столбика. Мы пропускаем первый столбик, второй и в третью петельку, в третий столбик вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля. Теперь смотрим, столбик без накида мы не трогаем, а столбик перед накидом, то есть у нас с вами перекрещенное такое вот будет вязание. Вначале может непонятно, но на самом деле раз, два, три воздушные петли. Опять веерочек пропускаем. Раз, два, три столбика находим. Первый столбик вяжем. Первый столбик, воздушная петля. И перед столбиком без накида, вот она, столбик провязали. Один, два, три воздушные петли. Опять веерочек пропустили. Раз, два, три, находим столбики, вяжем столбик, воздушная петля, столбик. Один, два, три. Вот такой пока примерно узор, да, согласно, непонятный, но будем смотреть, как будут развиваться события дальше. Схема, вот она. Сделали одну воздушную петельку, столбик провязали, столбик. Между ними одна воздушная петля. Между нашими крестиками 3 воздушные петли и опять. То есть пропускаем веерочек и вяжем. Это будет второй ряд. Третий, четвертый будем поворачивать и вязать в обратную сторону. Пятый, шестой в другую сторону. Седьмой, восьмой в другую сторону. Попробуем, да? То есть вот такой второй ряд. Давайте свяжем, посмотрим, что получится. А потом будем опять вязать веерочки, но уже в шахматном порядке. Тоже будет интересно. Довязываем наш рядочек. 3 воздушные петли, веер пропустили. Вот. И находим 1, 2, 3 столбика. Воздушная петля между ними. 1, 2, 3. Что получается? Так, давайте мы вот так вот сделаем нашу камеру. Вот такой рядок получился. Пока непонятно, что это такое. У меня в конце ряда вот еще коричневая петелька была. Я думаю, ее надо тоже подхватить. И вместе с бирюзовой провязать коричневым цветом. Чтобы бирюзовая потом у нас, она должна пока оставаться здесь. А мы будем вязать шоколадной ниточкой. Вот. Одну воздушную петлю сделали. Разворачиваем вязание. Теперь наша задача провязать те же самые веерочки, вот какие у нас есть, но только в шахматном порядке. Вот смотрите, там, где у нас бирюзовый такой крестик, в центр вяжем наш веер. Раз. Здесь уже будет проще. Первый ряд, второй был прям совсем сложно высчитывать. 3 столбика с одним накидом, воздушная петля, 1, 2, 3. И по центру вот наших крестиков, там где у нас 3 воздушные петельки, вот по центру, просто-напросто столбик без накида. И опять в сам крестик, в центр мы вяжем веерочек. То есть здесь все попроще уже, легче запомнить, высчитывать не нужно. 3 столбика воздушная петля, 3 столбика, 1, 2, 3. Сочетание цветов может быть абсолютно любое. Мне нравится сочетание шоколадной с бирюзой,
Уж не знаю почему. Вот так вот. Вот у нас такой третий ряд уже пошел. Вот такая будет красота. И что самое главное в двухцветном узоре, что у нас будет с двух сторон красиво. Обычно либо с одной, либо с другой. Здесь будет красиво с двух сторон. Это здорово. Продолжаем вязание. Воздушная петля. 1, 2, 3. Между крестиками столбик без накида. В сам крестик веерочек. Вот такой несложный рядочек у нас будет третий. Провязали вот такой веерок. Теперь смотрите, что мы делаем. У нас вот есть такая воздушная арочка, а под ней веерок, ровно по центру воздушная петля. Вот мы все вместе подхватываем. Все вместе подхватываем и вяжем столбик без накида. Чтобы вот это вот у нас, вот этот узорчик у нас вот так просто не торчал. Это же некрасиво, да? Поэтому мы его тоже вовлекаем в узор. Вяжем веерок. Воздушная петля. Веерок вяжем. Пропустила, да, этот момент. Веерок вяжем в центр крестика бирюзового. Вот. А там, где у нас веерок и арочка по центру, вяжем столбик без накида. Делаем накид. И вот смотрите, там, где у нас крестик, вот. То есть очень удобно третий ряд вязать. Мы уже не считаем 1, 2, 3 столбика. Мы просто вяжем по факту, как у нас есть. 3 столбика. Воздушная петля. 3 столбика. 1, 2, 3. 3 столбика связали. Теперь там, где у нас веерочки, воздушная петля была, вместе с бирюзовой ниточкой по центру столбик без накида. И у нас получается очень красивый, аккуратный узор. Вроде как бы веерочки и в то же время два цвета. Чем узор хорош? Тем, что и с обратной стороны красиво будет, и с любой стороны будет красиво. То есть мало того, что двухцветный, он еще и двухсторонний. Продолжаем вязать. Потом еще бирюзовую ниточку мы будем менять. Тоже в шахматном порядке. Посмотрим, как и куда будут вкалываться. Куда будет вкалываться крючок и как вязать. Этот ряд довязываем, он у нас простой, понятный. Мы его разобрали и довязываем. Доходим до нашего конца. Провязала веерочек, в любом случае нам нужно в первую петельку вязания закончить. Вот столбик без накида. Вытягиваем петельку. Передвигаем вязание на самое начало, и вот наша бирюзовая ниточка, да? То есть мы в любом случае начинаем, два ряда мы вяжем, шоколадная и бирюзовая ниточка в одну сторону, два в другую. Нашу бирюзовую ниточку вытягиваем, вяжем раз, два, три воздушные петли и еще один столбик. Так, еще один столбик с одним накидом. То есть нам нужно здесь начать вязание бирюзовой ниточкой и уже такие же крестики, только в шахматном порядке у нас они будут идти. Одна воздушная петля, столбик без накида, одна воздушная петля, то есть вот таким образом вяжем третий ряд. И смотрите, что мы делаем. Все точно так же. Смотрим схему. Мы с вами провязали первый ряд и второй. Теперь мы с вами провязали два столбика с одним накидом, воздушная петля, столбик без накида в центр веерочка, воздушная петля. И наша задача провязать точно так же, как мы с вами вязали. Вот наш столбик. Перед столбиком мы вяжем. Давайте попробуем, чтобы было цельное. Давайте за столбик, за бирюзовый столбик, воздушная петля. И здесь точно так же.
чтобы у нас было такое цельное вязание. Один, одна воздушная петля, столбик. Вот так, наверное, будет красивее, как вы думаете? То есть мы можно как бы за взять за веерочек крючок, а можно за бирюзовую ниточку воздушная петля и за бирюзовую ниточку с другой стороны от столбика воздушная петля. И вот таким образом у нас будет более плотное и интересное вязание. А в следующем ряду мы уже, получается, уже с вами знаем повтор первого ряда. Вот в эти вот крестики в центр вяжем веерочки. В принципе, должно все получиться достаточно интересно, как вы считаете? Пробуем, пробуем. Надо провязать несколько рядов, чтобы было достаточно понятно. Узор несложный, красивый, но неоднозначный, да? То есть, смотрите, можно, как мы с вами раньше вязали, 3 воздушные петельки вязать между вот тут вот 1, 2, 3, а потом привязывать. Схема такая. Надо пробовать и так, как будет аккуратнее смотреться. То есть, если в самом начале вот у нас они, 3 воздушные петли, здесь черточка нарисована, столбик без накидов в сам веерочек. Мы так и вяжем. Привязываем одну воздушную петельку между. То есть, так как я вязала в первом ряду бирюзовые, тоже можно 3 воздушные петельки, потом крестик. А можно и вот таким образом. Крестик, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, крестик. В принципе, вязание ничем не отличается, потому что с обратной стороны мы будем провязывать. И точно так же вот этот момент мы будем иметь в виду. Тоже будем вязать. Вот такая красота получается. Как вам кажется? Как вообще вам узорчик? Постепенно разобрались. Связали. Мне кажется, все интересно. Самое, простите, самое главное, это цветовое решение, да? И смотрите, довязываем, вот у нас столбик без накида, воздушная петля. И точно так же, как в самом начале, мы с вами провязывали 2 столбика с одним накидом, точно так же мы и вяжем. Но тут у меня вот ниточка коричневая хочет распуститься, сейчас я ее подниму, и надо ее провязать. Воздушная петля, надо ее провязать, получается. Так, получается 1, чтобы она у нас такая закрепленная была, подтянем ее. Все ниточки у меня тут сложились. Вот такой узорчик. Мне очень нравится. А как вам? Сочетание красивое, интересное. Дальше мы вяжем все точно так же, как мы с вами вязали. То есть мы берем вместо голубой коричневую ниточку. Вяжем 1, 2, 3. В самом начале у нас 4 столбика. Первый ряд, помните наш? Сейчас мы 1, 2, 3, 4 провязали. Наша задача, вот у нас столбик без накида, можем в сам столбик, можем в воздушную арочку. Тут уже надо посмотреть, как будет красивее смотреться, так и будем вязать. И в центр нашего
крестика, вяжем 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. 1, 2, 3. Давайте смотреть, если мы провяжем просто вот сюда, в бирюзовую ниточку, в общем, не знаю, вот смотрите, получается, это я провязала в центр коричневого веера, а это провязала в ниточку. Не очень красиво смотрится, поэтому я предлагаю провязывать все-таки за коричневую ниточку. Как вы считаете? Потом смотрите, вот эта вот ниточка, которая здесь выделяется, она за счет того, что мы делаем перекрест, она уходит. Вот, ее не видно. Поэтому тут особого значения, в общем-то, и нет. Можно вязать, как я вязала первый ряд, 3 воздушные петельки. Крест, крест, 3 воздушные петельки. А можно вязать как второй ряд. Крест, крест, воздушная петля, столбик, воздушная петля. На усмотрение каждого. Но я надеюсь, что узорчик понятен, интересен. Всего-навсего 2 ряда. 2 ряда туда, 2 ряда обратно. Можно вязать одним цветом, но это так скучно будет. А в 2 цвета взять контраст. Мне кажется, будет очень интересно. Вот такой узорчик хотела вам сегодня показать. Давно на него смотрела. Журнальчик старый, но мы знаем, что старые узоры, они еще интереснее, чем новые. Пишите в комментариях, понравился вам узор, идея, цвет или нет. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что у меня всегда будет много интересных идей. И впереди очень много интересных вязаний, разборов узоров и прочего-прочего. Всем хорошего настроения и до следующих встреч!